Знаете ли вы, что работа мозга наиболее энергозатратна? И человек, занимающийся умственным трудом, гораздо быстрее устает и дольше восстанавливается. Исходя из этого, человеческое сознание строго ограничено по части принятия решений. Количественно. Мозг принимает определенное количество решений, делает выбор несколько раз подряд и устает. Ему нужен отдых. И каждый из автомобилистов сталкивался с проблемой выбора автосервиса. А если двигатель вашего автомобиля турбированный, то вы столкнетесь с необходимостью эту турбину отремонтировать. Ну или, как минимум, проверить ее работу. Мы сделали диагностику вашей турбины и можем предложить вам два варианта. Ремонт или замена. Выбор всегда за вами. Хватит думать. Приезжайте в компанию «Ремонт турбин 24», которая находится по адресу город Москва, улица Краснобогатырская, дом 2, строение 26. Ну и вы, естественно, спросите, почему я должен сюда приехать? Загибай пальцы. Во-первых, имеется все необходимое оборудование для ремонта турбин. Во-вторых, выстроен полный цикл ремонта, начиная от входящего звонка клиента до выдачи уже отремонтированной турбины. В-третьих, весь ремонт, обращу внимание, снятой турбины, занимает от 3 до 5 часов. Ну и в-четвертых, все комплектующие для ремонта турбин всех марок находятся на нашем складе. Кстати, мы находимся в зоне отдыха наших клиентов. А это приемка, где вы можете оформить свой автомобиль в ремонт или на бесплатную диагностику. И мы проверим топливную систему и турбокомпрессор, включая электронную и механическую часть, если позволит инструктив. Бесплатной диагностика останется независимо от того, где вы решите ремонтировать автомобиль. А если вы хотите отремонтировать его самостоятельно, то в нашем магазине запчастей можете приобрести их отдельно. В этом просторном и светлом цеху мы выполняем ремонт и диагностику турбокомпрессоров по регламенту, состоящему из 14 пунктов. Но об этом мы более подробно остановимся в следующем видео. Здесь же мы выполняем и другие виды слесарных работ. Внимательный зритель мог заметить высокие ворота у нас в цеху и спросить, а заедет ли сюда грузовик? Так я вам отвечу, заедет. И не только заедет, но и будет отремонтирован. А поскольку к ремонту автомобиля мы подходим комплексно, у нас имеется цех по ремонту топливной аппаратуры, потому что потеря мощности не всегда связана с поломкой турбины. Вы меня спросите, а неужели в этом же цеху вы выполняете одновременно и ремонт турбин? Так я вам отвечу, конечно же нет. Для этого у нас есть специально оборудованный цех. Вот он. В этом цеху наши специалисты проводят разборку, дефектовку и чистку предварительно снятой турбины. Цех оборудован автоматической промывочной установкой, ультразвуковой ванной и пескоструйной камерой. После дефектовки с клиентом согласовывается стоимость ремонта, и турбина попадает в цех сборки, регулировки и настройки. Тут находится все необходимое оборудование, включая разгонные и добалансировочные стенды, станки для финишной настройки турбокомпрессора и программаторы. И весь процесс ремонта производится здесь, в этом здании. Мы никуда никому не отвозим турбины. Именно поэтому у нас сервис полного цикла. То есть мы диагностируем турбокомпрессор комплексно, включая электронный актуатор и клапан вестгейта. После сборки отремонтированная деталь проверяется при повышенных нагрузках, что гарантирует ее продолжительную безотказную работу. И в процессе ремонта мы используем собственные запчасти, в качестве которых мы уверены на 101%. А это наш склад новых запасных частей для ремонта турбин всех марок и моделей, что позволяет выдерживать нам кратчайшие сроки ремонта с сохранением заводского качества. На нашем складе более 23 тысяч востребованных товарных позиций, что позволяет перекрыть потребности рынка нашей страны полностью. А если вы сами являетесь автосервисом, который сталкивается с проблемой ремонта турбокомпрессоров, то у нас для вас есть специальное предложение. Контакты здесь, ниже. Смотри внимательней. И еще один момент. У нас есть собственная курьерская служба, и мы бесплатно, то есть даром, забираем и доставляем турбины по Москве и Московской области. Машина готова, ожидает на выдачу. И мы даем гарантии на наши работы и запасные части 1 год без ограничения пробега. А это, согласитесь, немаловажный фактор при выборе станции технического обслуживания. Это и есть основные моменты, которые вам нужно знать для принятия правильного решения. Выбор всегда за вами.